рационально действовали. Хороши защитники были. Хороши полузащитники. Вошел в штрафную площадку и точно низом мимо Тима Флауэрса послал мяч в ворота. Это был 12-й гол «Спартака» в турнире. Еще раз смотрим, как хорошо спартаковцы разобрались в этой трудной ситуации. 6 соперников рядом, 3 спартаковца. И тем не менее, отобрать мяч очень трудно. Вот что значит хорошие острые передачи. Это футболисты Блэкберна готовят атаку. Центральный защитник Хендри пошел вперед. Он часто сегодня появлялся в штрафной площадке, особенно при угловых и свободных ударах. Но так ничего не смог сделать. Смотрите, сколько ему с мячей пришло в это позднее время, в эту холодную погоду. Много, 1,5 трибуны было заполнено до отказа. Шмаров сейчас был с мячом. Хороший пас. Не ждал этой передачи его партнер по атаке Юра. Итак, после первого тайма 1-0. Спартак выигрывает. Полетал перед зрителями и улетел. И теперь смотрим второй тайм. Второй тайм Спартак провел совсем по-другому. Значительно быстрее, активнее. В эти 45 минут футболисты Блэкберна почти не видели мяча. Спартак тихо опережали. Вот смотрите, Юрий Никифоров идет вперед. Хорошая комбинация. Оленичев делает передачу. И гол. В этом сезоне, не только в Лиге Чемпионов, а и в чемпионате страны, у спартаковцев атакуют все. Ну, может быть, кроме вратарей. И часто мы видели, как забивали мячи Анопко, Хлестов, Никифоров. Забивать мячи практически все. Илья Цимбаларь, Андрей Тихонов. Пас назад. Оленичев. Мамедов. Обратите внимание, вновь защитник оказывается вблизи ворот. Это не случайно. Это не случайно, потому что Спартак решил добить, называется, соперника. После спокойной игры в первые 45 минут Спартак стал играть агрессивно. Тем более, что оборонялись футболисты Блэкберна кое-как. Удар Рамиза Мамедова. Еще одна удача защитника. И опять ситуация схожая. 5 защитников и полузащитников Блэкберна и ничего не могут сделать, потому что они располагаются в одну линию. Это такая типичная ошибка английских клубов. Мэтти Холмс появляется на поле. А Спартак опять идет вперед. И опять большими силами. И здесь это Ньюэлл. Ньюэлл, который забил в этом турнире единственный мяч в составе футболиста Блэкберна. А это Рипли. Дальний удар, но Черчесов хорошо сыграл на выходе. Момент был непростым, а это вот пас назад. Здесь Юран нарушает правила, получает в этом турнире второе предупреждение. Ну, удар в челюсть он получил и желтую карточку. Вторая желтая карточка в матче последнем 6 декабря с Легионом играл Мухамадиев. Романцев дал сегодня всем поиграть. Итак, победа Спартака 3-0.